Когда лежал в больнице, мы тут, собственно, для Александра собирали деньги на подарок. Все, собственно, все собрали. Один человек не собрал, не буду называть фамилию, я думаю, что вы ее знаете. Причина какая, чтобы деньги не дали? Да у них нет. Хорошо. Вопрос, что такое нет денег? Это что? Что означает? Вы зарплату получаете? Ну да. Хорошо. Вопрос какой? Ну, в размер какой зарплаты у вас? 20 там с половиной тысяч? 25 тысяч. Хорошо, 25 тысяч. Я прекрасно понимаю, что денег нет. Александр Петрович тоже денег нет. Хотя он уже заместитель, а так получилось там. Тем более он вообще работает там 3-4 дня. Но все остальное. Денег нет ни у кого, ни у вас, учителей, всех остальных. Все остальные люди деньги сдали, а вы нет. Вы можете каким образом сделать? Спросить там, не знаю, коллегу по работе, Константин Александрович, там, Артем, там, и так далее. Дайте мне денег там, до зарплаты или до каких-то там дальнейших дел. Что же мне-то денег бы не дал? Конечно, дали. Вопрос, что не проблема, это можно. Я работу тоже там понимаю, какие зарплаты у вас есть, все там получается. Вы же не способ не ищете. Вы же вопрос, это ваша принципиальная позиция, как я понимаю. Вы же не озвучите, что вы сейчас не можете какие-то варианты, там, давайте подумаем и так далее. Вы же просто принципиально Смотрите, я просто думаю, что если мы хотим Данила Александровича поздравить, вот, то 300 рублей мои, они как бы ему погоду не сделают. А вопрос не по Может быть, сделают по-другому. Они не сделают. Я прекрасно понимаю, что ваши 300 рублей ничего не сделают. Я там в итоге взял эту сумму, которая есть, для нее доложу сумму 10 раз превышающую вашу там, сумму и так далее. Вопрос не то, что не сделают. Просто почему позицию занимаете такой, что принципиально, что вы деньги не сдаете? Все ваши находятся. Что? Чем лучше, например, там, я не знаю, как там, вот, кто там нашел, не знаю, чем лучше там у нас там, кто там у нас, Золотарев, чем они лучше-то вас, чем они хуже вас и так далее. Разница в чем? Ну, принципиально позиция, конечно, неправильная. Вы такие вещи говорите, а потом тут же приходите и говорите, а у меня подарок где мой, где, когда будут подарки детские? Детском, да. Детский подарок, замечательно. Не мне. Ребенок. Вам, конечно, не вам все понятно. Вы знаете, что подарки у нас не полагают сотрудникам? В курсе, не в курсе? Не в курсе, поэтому я и спрашиваю. Нет такого закона. Нет такого закона. Деньги берем, собственно, средства, там я свои средства выделяю там, и так далее. И деньги всем покупаю, всем подарки идут сотрудникам. А мне вот возникает желание, думаю, ну раз человек у нас в позу стал, то зачем мне идти навстречу, соответственно, человеку там какие-то подарки покупать, дарить? Можете не идти навстречу, пожалуйста. А мне не надо навстречу, просто позицию занимать неправильно. Вы какие-то 250 рублей, как бы, вы не понимаете, что вы не можете там найти и добрый запрос решить. Можно получить без проблем. Что вам? Люди не займут деньги там до дома. Владимир Васильевич, я за квартиру не плачу. Я ребенку алименты не отправляю. Я езжу, у меня сзади стоит летняя резина. Я просто банкрот и ноль. А мне заходят и говорят, 300 рублей, Данил Александрович Кустин. Я его очень уважаю и люблю его действительно как человека, мне он очень интересен. Вот. Но я считаю, что можно поздравить его по-другому, а не деньгами. Ну, и деньгами я сейчас не могу вообще. Я еще раз говорю, что это вопрос ваш, понимаете как? Ну, у всех такая ситуация. Надо как, ну, у коллег займите деньги, потом отдадите до лучшего времени. Какие проблемы? Давайте я вам денег займу, 250 рублей. В чем проблема? Потом отдадите, когда будут деньги. Позиция ваша, не в деньгах дело, еще раз говорю. Я говорю, там сколько, там, 1003 вложил за себя, там, чтобы более-менее сумка была. Ну, потому что вы можете себе это позволить. Я не могу позволить. Хорошо, давайте мне, спросите у кого-нибудь, дайте 250 рублей, вам денег займем до Нового года. Премия будет новогодняя, там денег отдадите, какие проблемы? Вопрос не в этом. Я прекрасно понимаю вашу ситуацию. Прекрасно понимаю, что там. Я не понимаю, как вообще можно, как сказать, на такие деньги все работать и жить и остальное. Я тоже не понимаю. Дело не в этом. Вот дело в принципе, что вы поздно встаете. Вы какие-то там говорите вещи, что там вот вы там, отсюда меня вы там не уберете, я буду работать и так далее. Это не вам решать, будете вы работать или не будете. Там 3 месяца воспитательный срок, давайте тоже. Это не принципиальный момент, понимаете, что я решу. Если вы будете нас устраивать как сотрудник, вы будете работать, меня прежде всего. Вас сюда не пустят, устраивал, понимаете? Я устраивал. Просто так получилось, что мы вспомнили, что есть Харченко. Ну хорошо, есть Харченко, будешь там брать? Слушай, ну, парень говорит, ничего, работал более-менее, ну там был, ну, такие приколы. Ну ладно, попробуй, давай, ну давай, хорошо, сам разбирайся. Вот я вас позвал, поговорил с вами, ну, в принципе, никаких особо вопросов у меня к вам не было, но давайте возьмем. Поэтому я решаю вас брать, не брать, увольнять, не увольнять, работаю или не работаю, потому что мне выгодно делать по вашей работе. Пока я как бы, вот такая, знаете, ситуация такая, то вниз, то вверх. Ну ладно, может быть у вас там все сбалансируется. В целом пока так, плюс-минус. Поэтому вы не думайте, поздно вставать нельзя, это неправильно. Есть коллектив, есть правила и так далее. Денежный вопрос, еще раз говорю, это другой вопрос, все прекрасно понимаю. Но вы хотя бы там его могли пытаться решать, могли бы. Это потом все дело было компенсировано, дальше там получили свои премии и так далее. Вопрос не в этом, это просто поздно ваша позиция, вы неправильно, понимаете? У
вас приводит там еще вопрос, связанный с этим самым, с донорскими вещами. Да понятно, что там вы донор, я вас уважаю как донор, на самом деле, действительно, низкий вам поклон. Ну просто там вот мне нужно на кучу там этих всех отгулов и так далее, и так далее. Да всем много чего нужно. Вам зачем этот отгул нужен? Принципиально, зачем? Вы как-то вот через полтора месяца, через два месяца вы хотите какие-то силы восстановить, не понимаю, что нужно-то вам? Это все по-другому делается, понимаете? Это все как-то по-человечески, с подходом, сказать, и так далее. А вы начинаете какой-то уход, такое ощущение, что какой-то основной, если говоришь, понятно, основной. Ну нельзя так, понимаете, что так нельзя, нужно быть. Вот как-то вот, как все, так и вы должны понять его, понимаете? Или я непонятно объясняю, или понятно объясняю.